Добрый день. Пришли сегодня с собакой выгулять на пляж нашего водохранилища. Президент объявил о неделе карантина на коронавирус, что все сидели в самоизоляции дома. Но тут на пляже народу море. Кто костер жжет, вон там пришли с двумя детьми. Два пузыря водки, 5 баклашек пива. В колонку с собой принесли. Врубили колонку. Кто-то на скутере гоняет по водохранилищу. И главное, ни одного человека в масте. Да, Зена? Маски купить невозможно. Перед этим мы снимали видео в аптеках. Но мы защищаемся от коронавируса примерно вот так вот. Вот такая вот маска. Наташа. Ты от коронавируса защищаешься? Да. Да, очень удобная маска. Домой приходишь, помыл ее. Все. Тебе не особо слышно. А, не слышно? Там стоят фильтры внутри. Фильтры стоят. Можно, конечно, ее трубочку как тут отогнуть, загнуть. Раз можно дышать. Но лучше защититься вот так, поднять. О, да, супер маска. Кто-то, говорю, на великах. Вон, Зена палочку грызет. Вот такая вот неделя, предоставленная президентом. Причем с сохранением заработной платы. Это ж вообще мечта. Сидеть дома, а деньги тебе платят по окладу. Вообще мечта. А ни масок, ни парацетамола, ни витаминов в аптеках нету. Обошли все аптеки сейчас специально. Ни в одной. Ну да, в Воронеже. Зато в Италии мы везем туда самолетами, переправляем. За туристами самолеты запрещены пускать, прилетать, забирать туристов. Но гуманитарную помощь, маски, аппараты, все разрешено. А народ все прибывает с детьми, бабушки, дедушки, входящие в зону риска. Никто ничего не боится. Народ, держитесь, крепчайте, все будет хорошо. Покупайте вот такие вот маски. Самый лучший. Всем здоровья, главное. Да, всем здоровья.